Ульяновске состоялся 5-й ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок мусульман Ульяновской области. Соревнование прошло 2 октября в спортивном комплексе «Новое поколение». В нем приняли участие 10 команд, в составе которых были представители мечетей нашего города и региона. Турнир для нас, значит, первое выход на большую арену, так скажем. Мои ребята вот участвуют не в больших таких соревнованиях, только в местных масштабах. А это вот уже, я считаю, выход на, в область, повстречаться со сверстниками, ну и повышение спортивного мастерства. По итогам состязания золотые медали отправились в мечеть поселка Мостовая, а серебро забрала команда «Умар» из Нового Города. Приходят новые игроки. Больше команд, расширяется диапазон. Сейчас и Корсун, Старая Кулатка играет. Вот. И больше активности проявляется там. Вот. Мы, конечно, хотим, чтобы позиция такая, чтобы в каждом регионе такие турниры проходили. Вот. Это что? Это сплочает мусульман Ульяновской области. И всех мусульман будут сплочаться во всех регионах там. Участники смогли не только проявить свои спортивные таланты, но и поделиться полезной информацией по завершении турнира, обсудить свои планы, проекты и предложения. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин. Новости «Ульяновская правда».